Собираем новый велосипед формат, 14 серия, модель 1411. Какой год, не знаю, потому что сейчас совершенно непонятная разная комплектация. Значит, здесь у нас сразу же втулки на промподшипниках, барабан, как обычно, на шариках. То есть втулки, можно сказать, вечные, но барабан все равно надо будет перебирать лет через 5. Желательно воду не топить, вброд не переходить и, соответственно, на автомойке не мыть. Каретка у нас на внешних подшипниках, под пустотелую ось. Все нормально. Такие звездочки в продаже, наверное, существуют. Можно подобрать. Переключатель задний Dior. Цельно алюминиевый, старенькая модель. Ходит примерно 9-10 лет, если его не ронять, опять же, никуда. Петух стандартный, в продаже есть. Сзади кассета идет у нас на 9 звезд. 11.36 производитель. Я не вижу кто, скорее всего какой-нибудь Китай. Цепочка стандартная КМС-ка. Педали самые простые. Вилка RockShox работает хорошо. Сразу же травит маслица чуть-чуть. То есть вилочку надо тоже периодически обслуживать. Годик покатались, приехали, вилку обслужили, спицы на колесах протянули. Обода ровная, биение в пределах миллиметра. Резина неровная, биение в пределах 3 миллиметров. Видно, да, качество резины. Вот такой вот. Мне не очень нравится производитель CSC. CST. Как-то не заходят мне такие покрышки. Тормоза Текра. Самые простые, самые бюджетные. У кого-то служит год, у кого-то служит 10 лет. Все по-разному. Все настроили. RockShox, конечно, вилка кривая. Пришлось напильником, как обычно, точить посадочные места, чтобы сделать ровно. И выравнивать тормозные диски. Потому что передний, как всегда, кривой. В коробку, когда колесо запаковывают, диск мнется. Задний был не настолько сильно кривой, но тоже пришлось поправить. По переключению, в принципе, завод был все настроен нормально. Ну, буквально тут вот миллиметра на 3, на 4 я тросик потянул, подрегулировал. Конечно, сразу обезжирили тормозные диски. То есть вы берете, пальцем по диску проводите или салфеткой. Велосипед купили в магазине. Салфеточкой сухой или влажной протерли диск. Видите, что он грязный. Значит, в магазине вам велосипед собрали неправильно. Не обезжирили, не настроили, не отрегулировали ничего. Грипсы, ну, мягенькие, обычные, с такими вот металлическими зажимками. Я думаю, что, в принципе, послужат они 2-3 года, потом все равно начнут засаливаться. Сидушка Селерояль. Мягкая, гелевая. Ну, нормальная сидушка. Конечно, узковато. Велосипед у нас в ростовке М. То есть очень маленький для невысокой девушки, но при этом колеса здесь у нас 29-е, представляете? Смотрится, конечно, велосипед очень прикольно. Я бы, наверное, на таком бы даже покатался, только он мне маловат будет. Рулевая хорошая, нормальная, на шариках, но все хорошо протягивается, все хорошо крутится, ничего не люфтит. То есть в целом велосипед стоит своих там 50 с небольшим тысяч, если вы его заказываете, сами знаете где.